Всем привет на канале Авокадиков, ребята, он походу ничего не понимает, что происходит, и мне кажется, вы тоже. Вы на канале Авокадика, сегодня будем с вами делать наш великолепный домик. И в общем, тут мои вещи, также инструменты. Стиль домика будет самый обыкновенный, никаких там суперкрасивых кроватей, тарали-вали. И вот в такой вот красивенькой деревушке. И вот я выбрала этот дом для интерьера. Также вы можете написать в комментариях, какой дом мне еще сделать. Я очень много раз домов делала. Так, ну, в общем, мы заходим, наблюдаем установку. Ужас. Ну, я, в общем, тут был пол еще другой, я его переделала. Вот. В общем, я взяла вот такие вот плиты. Нам понадобится 3 лестницы еще. И пока что это на этом все. Заходим и начинаем делать наш потолок плитами. Вот находим третий блок. Блок вытянул плюсик снизу, направляем наверх. Чтобы наши плиты ставились вот таким вот образом. И у нас было больше места. Делаем вот таким вот образом. Вот видите, что будет если вниз, на низ направить. У меня будет лестница здесь, поэтому я сделаю вот так вот. Ну, собственно, ставлю 3 лестницы. Отлично, мне кажется. Так, теперь давайте возьмем. Есть вот такой вот столик кафедра, потом стол картографа и верстак. Что-то еще вроде было. Нет. Так, разумеется, еще 2 печки нужны. Верстак. В общем, я тут подумала, думаю, наверное, сюда мы поставим стол картографа. Здесь вот это будет необычное снять. А с этой стороны, я думаю, поставить сюда верстачок. По бокам 2 печки. Но, разумеется, куда же складывать сундук? Я вот и не знаю, куда его придумать. Тут как-то вот... О, идея. Но сундуки мы поставим побольше, потому что у меня сейчас в них лежат все вещи. Вот. У нас, разумеется, еще очень много разных работ, поэтому давайте займемся вторым этажом. Это видео, мне кажется, получится очень маленькое, поэтому ничего страшного, мне кажется. Так, вот. Блин, вот. Берем книжки, нам нужны книжечки. Также дерево и кровать. Ну и сундуки, но у нас их сейчас нет, повторяю еще разок. В общем, я заранее просто сделала там дырочки вот такие вот. Это я за кадром не показала. Повесила тут факела, убрала вот это вот. И, в принципе, тут все очень красивая комнатка получилась. Мы с вами спускаемся. Тут ко мне жители зашли. Это, походу, картограф. Да, он побежал к этому столику. А вот этот вот библиотекарь, он прибежал к этой фигне. Сейчас детскую книгу держит. Мне надо как-то их выгнать отсюда. Ты тоже уходи, это мой картографильный стол. Картографильный, я не знаю, не картофельный. Они задолбали меня. Ладно, будем жителями делать. Никогда раньше не приходили, а тут пришли, блин. Ладно, эх. Я не могу, к сожалению, дверь заколотить, что мне надо будет бегать. Так, вообще делаем на 12 блоков. Сделаем вот так, так. И надо, чтобы у нас по 3 вести было. Не хватает еще 6 блоков. Все, теперь точно хватит. Так, и книжки. А, мне 4 нужно. Я забыла, что мне 4 надо. Так, раз, два. Еще, по идее, 1 нужно. Господи. Так, раз, два, три, 4. Я специально не вырезаю крафты. Думаю, что вдруг вы не знаете там. Ну, на будущее пригодится, да, и потом монтировать намного дольше. Получаем 4 книжных полки. Вот таких вот красивеньких, новеньких. Залезаем. Сейчас прикольнемся над ним. Блин. Сори, жители. Нет, стой, я случайно, блин. Глюк. Блин, да что ж такое? Прости, жители, я не случайно. Да ну, блин. Е-е-е, упал. Ладно, все, наконец-то ушел этот житель. Надоело. Эти жители еще будут постоянно ко мне бегать. Так, ладно, устанавливаем наши книжные полки вот таким вот образом. Заколачиваем пол, все нормально. Дальше устанавливаем кровать. Блин. Выбиваем потолок.
Холёп. Да что ж такое-то? О. Хлоп. Да что ж я сегодня такая криворукая-то? Ой, блин. А, не подобрала еще, оказывается. Ну ладно. Потом вернемся сюда. Или нет? Ладно. Потом заделаем дырочку. Нет, не потом. У меня топорик просто есть. Я думаю, сделаем сейчас тогда. Он, правда, почти сломался. Да, не, да и ладно. Вот не видели, какая топор сломался. Ой. Ну все, я надолго здесь. Оп. Есть. Там картограф что-то делает. Ой, картограф. Задолбали! Это я стала и скрафтила! Уходите отсюда! Я предупреждать не собираюсь больше. Думаю, что они меня сюда кое-что не взяли. Так, ладно, вдох-выдох, все нормально. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Собираем вот этот вот сундучок. Блин, нельзя, тут житель стоит. Ну, господи, ну уйди ты отсюда, ла. Как тебе отсюда? Я не могу, он же что-нибудь соберёт, я знаю таких жителей. Есть, отлично, все. Ура, он ничего не взял. Правда, бывает, когда ты сундук ломаешь, житель может тебе что-то забрать. Берем сундук. Вы можете, разумеется, его поставить сюда, но я не хочу занимать много мест. Я его поставлю вот так, он будет открываться. Видали, видали? Поскольку я знаю, что у меня тут очень много места, я кладу сюда блоки. Блоки, все блоки сюда. У меня такая вот технология. Сейчас заберу вас, наверное, все остальное. Угу. У меня места, в принципе, много, поэтому, наверное, все сейчас заберу. В смысле? В чем прикол? Меня только что Галион шлепнул. В смысле? В смысле? Нет! Нет! За что? Я же ничего не сделала! Я эту деревню полдня искала! Нет, я несколько суток искала! Нет! Как я ее найду? Там все мои сейчас предметы исчезнут? Нет! Да что ж такое-то? Я без понятия, где я ее нашла и вообще где она сейчас? Что делать? Я не знаю. За что меня голем шлепнул, а? За то, что я жителей трогаю? Блин, точно. Что же делать? Я думаю, сейчас как раз ролик закончу. Что же такое? Это, блин, как... мне сейчас так обидно, вы не представляете. Я знаю его. Это шаман. Старствующий торговец. Он исчезать умеет. У него, конечно, просто... Да, но я первый раз его тут вижу. Ну-ка, а я могу на них ламу сесть на его? Блин, не могу на его ламу сесть. Что ламы едят? Может, на семечки едят? Мне ламы было бы намного быстрее. Есть семечко. Семечко, семечко, семечко. Любишь семечко? Ну, походу, они это не едят. Так, ладно, мне просто повезло встретить странствующего торговца. Торговца, но... Мне кажется, ли там видно? Нет, это не деревня. Я предлагаю забраться на гору и зарыться под землю. И умирать. Я не знаю, мне все было. Как бы ролик уже надо заканчивать по эти земли, но 10 минут уже идет. Я не могу. Я не могу. Меня убил голем. Главное, я черт знает. Теперь искать мою деревню. Я ее должна нашла очень давно. И сейчас я не знаю, как от этого места мне к ней идти. Ведь я когда снимала ролик, убрала кровать. Потому что я хотела показать именно, как этот дом обустраивается, а он мне был уже обустроен. Я сломала кровать и, собственно, вот. Теперь доступ к ней был потерян. Ну и проливали. Мне кажется, там деревня. Ребят, я вижу деревню, но я не уверена, что это моя деревня. Я сейчас просто... Это
это моя деревня. Ребят, это, походу, моя деревня. Неужели это эта карта? Просто быстрее. Да, это моя деревня, ребята, мне повезло. Боже, 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 я так рада. Так, спокойно, тут у нас пауки. Мы их перепрыгиваем. Боже, как страшно. Я сейчас опять кокну, ты тогда мне точно... Пожалуйста, беги. Беги, старайся, беги, я тебя умоляю, беги. Получается, я так быстро нашла торговца, который был недалеко от моей деревни. Быстро, быстро в дом, быстро в дом, быстро в дом, быстро в дом. Пауки до сих пор меня, скорее всего, еще преследуют, а там еще голем разоренный. Я совсем забыла про этого голема, который защищает их. Ну чё? Обрадовался, да, блин, голем? Меня разбомбило тут. Вообще, по кусочкам собирай теперь. Так, ну вроде бы я все собрала, что инвентарь полностью забит. Там Эндермен, я слышала звук. Бегом спать, бегом спать, бегом спать. Мамочки, это был, наверное, самый эпичный момент, когда меня убил голем. Я думала, все, нет. Я же так долго это все искала. В общем, мы с вами продолжаем. Сейчас уже умер. Боже, ребята, я так перепугалась, вы не представляете. Вы просто не представляете. Вот такой у нас огромный сундучок есть. Фух, я дойти не могу никак. Ладно, так делаем. Вот так. Все сюда ставим блоки, затем расскажу, что в этот ряд на складе. А, так вот, в этот ряд находится еда. Потом сюда я кладу какие-то саженцы. Так, сюда кладу, допустим, какие-то. Так, сюда я кладу или блоки, или изделия. Сюда я кладу обычно такое тут уголь, как бы какие-то, допустим, руды, порох. А сюда у меня кладется оружие. Бумагу я, наверное, отнесу к дереву. Как бы, да, понятно. Значит, эти еда. Вот такая вот всякая-всякая всячина идет у нас сюда, к железу, собственно. Потому что это как бы красочки такие. Это мы относим сюда. Сюда, семена, сюда. Печеный картофель, обычный картофель. Это сюда. Так, это сюда. Сюда, сюда. Кстати, ребят, многие из вас, наверное, профессионалы в этой игре. Я как бы такой новичок. Я, конечно, много крафтов знаю, разумеется. Но я как бы не профессионал, не буду себя так называть. Я бы хотела вас спросить одну вещь. Почему таким вот образом красивенько все у меня разложено? Сейчас я поспрошу вас. Так, вот так, сюда, факела, сюда. Нет, чтобы они еще пригодятся, пшеница. Вот так у нас все красивенько лежит. Мы с вами повесим фекала. Надо, конечно, повесить, но я думаю, для начала лучше подкрепиться стейками. Так, ладно, пока мы с вами разговаривали, я совсем забыла про уголь и про сырую лосося. Видео с вами вниз, я расскажу немножко. Как рисовать на этой штуке? Как на ней делать карты? Объясните мне, пожалуйста. Я не знаю. Как это делать? Реально, ребят, я просто не знаю. Кладем в печку. Ко мне теперь очередь из этих дизайнов входит. Все просто из-за того, что я просто установила у себя картограф вот эту вот фигню. Не сиди, давайте я, допустим, стукну этих жителей. И посмотрим, придет сейчас голем. Будем так вот стоять дома. Допустим, мы будем их бить. Главное, чтобы они не умерли, а то мне на хада будет от голема. И смотрим, где у нас голем будет. По идее, сейчас должен прийти голем. Вы видите? Он сцены только что повысил. Ну-ка. И это тоже. Я понимаю, когда ты их бьешь, цена у них становится больше. Не может быть. Зачем? Должна была стать меньше, да? Я просто видела ролик Фикса, там, где он, собственно, волшебной картой все делал. И у него было все в минус только. В общем, не повезло, не повезло. Так, сюда ставим факел и сюда тоже вот так вот.
В общем, ребята, так, я сейчас буду ходить на улицу, потому что там нужен будет голем. Такилушки, матрешки, ну идите, ладно. Делаем вот так. В общем, ребята, здесь вам... Я надеюсь, вам понравился этот крутой довольно ролик. И я думаю, вы все прекрасно поняли, что я буду могу таким заниматься. А сейчас всем пока-пока. Пишите в комментариях, что мне обустроить, где сыграть. Я буду все пытаться все делать, снимать. Но в данный момент я не могу, получается, выложить ролик, который я вчера снимала. Скорее всего, когда я выложу этот ролик, уже будет послезавтра, как я снимала ролик «Один день из жизни». Кто понял, понял. Вот, поэтому просто там долго все загружается, у меня ноутбук, и я не могу выложить. В общем, всем пока-пока, мои любимые, надеюсь, подписчики. У меня всего их 5 штук, но я надеюсь, скоро мне станет больше. Всем пока-пока!